В сентябре вступают в силу ряд новых законов. Они коснутся ипотечных квартир, такси и школьных предметов. Так владельцы ипотеки с просроченным долгом смогут самостоятельно продавать жилье, находящееся в залоге, минуя процедуры суда и торгов. Однако обратиться к банку с заявлением о продаже квартиры можно будет только, если он еще не подал в суд на заемщика. Срок продажи ипотечного жилья – 4 месяца. Таксопарки или самозанятые таксисты должны страховать свою ответственность перед пассажирами. То есть даже если происшествие произойдет не по вине таксиста, пассажир получит компенсацию от страховщика до 2 миллионов рублей. В школе появится новый предмет. Вместо технологии в расписание возвращается труд. Детей снова будут учить шить, строгать, готовить и мастерить. А ОБЖ теперь будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». На этом уроке научат оказывать первую медицинскую помощь, отличать ложную информацию от реальной и многому другому.